Большой респект тем, кто в данный момент просматривает это видео. Специальный выпуск для канала InDubai. Меня зовут просто Вова Кофеин. Певец, композитор, музыкант, радиоведущий. Родом из Беларуси. С 2012 года периодически я нахожусь и живу, проживаю в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае, был в Рассальхейме. Большой у меня уже опыт за плечами. И сегодня бы хотелось мне с вами поговорить и рассказать о своем жизненном опыте, о недобросовестных работодателях, которых здесь, поверьте моему опыту, хватает. И в первую очередь это видео посвящено тем, кто в своих мечтах летает и собирается сюда ехать для того, чтобы, ну конечно же, заработать свой личный миллион долларов. Итак, самое первое и самое важное правило, которому вы должны следовать, как бы это банально ни звучало, но никому и никогда не отдавайте свой паспорт. Только лишь вы можете отдать кому-нибудь свой паспорт. Нет, конечно, вы можете его хоть выбросить. Но я вам советую этого, настоятельно советую вам этого не делать. Только лишь для того вы можете отдать кому-то свой паспорт, чтобы в него вклеили визу. Вот такую вот визу. Это официальная, самая что ни на есть, настоящая виза Объединенных Арабских Эмиратов. Ну и либо ее, конечно же, отсюда удалить. Вот. Удаляется она не физически, она просто канцелируется, и здесь ставится такой небольшой маленький штампик. Вот. В любом другом случае, во все остальное время, этот документ должен находиться у вас. Но если вдруг случилось такое, что работодатель вам его не вернул, после того, как вклеили вам туда визу в службе, в миграционной службе, вы не отчаивайтесь. В законодательстве ОАЭ все предусмотрено. Вы едете в Дубай Корт. Платите 230 дирхам, заполняете вот такую вот форму, на арабском языке написано, не знаю. Вот. Судья после этого вам дает бумагу красного цвета, которую вы берете и несете своему работодателю. Лучше, конечно, швырнуть ему в лицо и сказать: эдакий ты гаденыш, отдай мне назад мой паспорт. Если он вам его назад не отдал и сказал: а шиш тебе, вы достаете из кармана телефон и звоните по номеру 999 и говорите: алло, это господин полицейский, приедьте, пожалуйста, и набейте моего работодателя, который отказывается отдавать мне паспорт. И поверьте моему, опять же, жизненному опыту, он отдаст вам паспорт. Второе правило. Внимательно, очень внимательно. Читайте каждую букву, каждую строчку, между строчек, каждый пунктик в контракте, который вам дают на подпись. Потому что какой контракт вы подпишете, с таким контрактом вы и будете работать. И такие условия будут преследовать вас на протяжении всего срока этого контракта. Сказал, как будто тюремного заключения срока. Ну да ладно. Он должен быть оформлен на двух языках друг напротив друга. Арабском и английском. Эти языки очень сложно перепутать друг с другом и тем более с русским языком. Любой другой контракт, ну там, к примеру, на русском языке, это просто бумага. Это фальшивка, бумажка, с которой вы сможете сходить только лишь. Не смешно. Только контракт из Министерства труда или свободной экономической зоны, в зависимости от того, где вы работаете, подписанный тремя сторонами, имеет юридическую силу. Немаловажным является наличие испытательного срока в контракте. Сейчас вам расскажу почему. Проследите, чтобы он был не менее 1 месяца. И не более 6 месяцев. Ну, понятное дело, работать в такой стрессовой ситуации и ходить улыбаться начальству на протяжении 6 месяцев, это очень тяжело. Вот, значит, почему?
Потому что если у вас есть испытательный срок, вы в это время можете покинуть работу, сделать резайн, то есть расторгнуть контракт, если говорить это простым человеческим языком, без каких-либо компенсаций и выплат работодателю. Если же вдруг ваш контракт не предусматривает испытательный срок, то вы автоматически попадаете на 1,5 заработные платы, то есть вы обязаны выплатить работодателю компенсацию в размере 1,5 заработных плат. Но для того, чтобы уволиться, недостаточно, как в наших славянских странах, там, я увольняюсь, пошел, крикнул директору, поплакался маме, подписал заявление на увольнение, занес и все, и до свидания. Нет, здесь эта процедура, она стандартная. И происходит она в том органе, который выдал вам контракт, и в том органе, который выдавал вам визу. Значит так, это либо Labor Office, Министерство труда, либо это фризона, свободная экономическая зона. И помните, что между собой они не пересекаются. Если вы работаете в Labor Office, то к фризоне вы никакого отношения не имеете. Еще несколько советов. Здесь ничего не происходит на словах. Все должно быть зарегистрировано на бумаге с подписями. Акцентирую свое внимание на этом слове подписи, потому что без них ни один документ не считается действительным. Начинайте свою работу только после оформления всех документов, после выдачи вам визы, которую вы должны сменить с туристической, либо, может быть, вы здесь уже работали в Объединенных Арабских Эмиратах, вам нужно вылететь из страны, вам нужно залететь в страну обратно. В любом другом случае, в любом, ваш труд не является законным, он может быть просто-напросто не оплачен. Кто не понимает меня сейчас, вас кинут. А если вы пойдете жаловаться, то вас депортируют из страны, а работодателя накажут большим денежным сюрпризом. Все дополнительные расходы, которые связаны с визой, с изготовлением здешнего туземного удостоверения личности, так называемого Emirates ID, на медкомиссию, на билеты в ОАЭ, на билеты из ОАЭ, все это обязан по закону ОАЭ оплачивать работодатель. Будьте внимательны со служебным жильем. Оно предоставляется вам бесплатно. Здорово, правда? Так вот, оно прописано в контракте. Если оно не прописано в контракте, но вам предоставляется, то не удивляйтесь, если в один прекрасный момент оно просто возьмет и... И вы можете просто оказаться на улице, как вот этот вот милый, симпатичный, дружелюбный котенок. Понравился? Ставь лайк. То же самое происходит и с едой, которая прописана в контракте. Если она вам предоставляется, убедитесь в том, чтобы она была в контракте прописана. Я сейчас рассказал конкретно те ситуации, осветил. Конкретно те ситуации, которые встретил лично здесь. Поэтому обязательно будьте предельно внимательны при выборе работодателя. Смотрите в то, что вы подписываете. Ведь от этого зависит ваше благосостояние, от этого зависит ваша безопасность. Ну и, конечно, периодически вы можете возвращаться к этому видео, пересматривать, если вдруг возникают какие-то вопросы по трудовому законодательству, как себя вести в той или иной ситуации. И, кстати, внизу видео, в такой графе, которая называется «Комментарии», вы можете задавать свои вопросы, ну, а я по мере возможности буду на них отвечать. Просто Вова для канала InDubai. Пока. Конечно. Поехали. И это далеко не все, с чем вы можете здесь... Уважаемый тот, кто сейчас смотрит это видео, на самом деле это далеко не все, с чем ты можешь здесь на самом деле столкнуться. Самое важное правило – никогда и ни при каких обстоятельствах не заниматься на пляже. Почему?
потому что грозит это вам тюремным заключением до 3 месяцев штрафом в 10 тысяч дирхам, это где-то примерно 3000 долларов, ну и потом депортация в вашу страну. За депортацию вы, кстати, платите тоже вы лично.